Это детский сад маленьких червячков. Смотри, какие они симпатичные. Корней Корнеич попросил меня за ними присмотреть. Поможешь мне? Пойду погреюсь на солнышке. Привет, ребята! Привет, Лунтик! Хорошо, что ты наконец-то вылез из-под земли. Мы уже думали, что ты там жить останешься. Ребята, а во что вы играете? Мы отгадываем, на что похожи вон те облака. Ой, ребята, а во что это вы тут играете? В облака. Как интересно. И какие правила? Да никаких правил. Угадываем, на какую цифру похоже облако. Ты как раз вовремя, Лунтик. Будешь судить, а то Пупсин все время жульничает. Ладно, буду судить честно. Поможешь мне? Ребята будут называть цифры, а ты укажи того, кто правильно угадал цифру на облаке. Какая точка красивая. Угадайте, какую цифру она напоминает? 4. 3, 2. Считаю, прав Кузя. Правильно, замечательно. А вот еще одно облако. На какую цифру оно похоже? 9, 8, 10. Вупси не отгадал. Ух ты, красота какая! Мы угадали! Какая точка красивая! Угадайте, какую цифру она напоминает? 5, 7, 6. Вупси не отгадал. Видишь, даже облако согласно с нами. А вот еще одно облако. На какую цифру оно похоже? 1, 3, 6. Считаю, прав Кузя. Ух ты, красота какая! Мы угадали! Какая точка красивая! Угадайте, какую цифру она напоминает? 10, 7, 8. Считаю, прав Кузя. Правильно, замечательно. А вот еще одно облако. На какую цифру оно похоже? 10, 3, 2. Угадал Пупсин, я уверен. Видишь, даже облако согласно с нами. Какая точка красивая. Угадайте, какую цифру она напоминает? 10, 8, 9. Угадал Пупсин, я уверен. Правильно, замечательно. А вот еще одно облако. На какую цифру оно похоже? 5, 7, 1. Вупси не отгадал. Видишь, даже облако согласно с нами. Какая точка красивая. Угадайте, какую цифру она напоминает? 9, 8, 2. Считаю, прав Кузя. Ух ты, красота какая! Мы угадали! А вот еще одно облако. На какую цифру оно похоже? 9, 6, 5. Вупси не отгадал. Правильно, замечательно. Ну хватит уже, мне надоело. Ага, у нас и поважнее дела есть, чем с вами тут тучки разглядывать. Ну и ладно. Отлично поиграли, ребята. Спасибо, Кузя. Спасибо, Вупсин. Спасибо, Пупсин. Отлично! Ты справился уже со вторым заданием. Теперь приз стал ближе.